Власти Нигерии установили контакт с боевиками экстремистской группировки Боко Харам после публикации видеозаписи с заложницами, захваченными в 2014 году в лицее Чибока. В правительстве утверждают, что действует предельно осторожно. Ведется работа по подтверждению личности школьниц. Отец одной из них, Каво Якубу, уверен, на видео именно его дочь. С тех пор, как они похитили девочек, я свою дочь больше ни разу не видел. Вот только сегодня я увидел, наконец, мою Доркас. Она говорила, я просто счастлив увидеть ее живой. Боевики Боко Харам требуют от нигерийских властей в обмен на заложниц освободить своих соратников, находящихся в тюрьме. Сообщается, что некоторые из школьниц до сих пор живы, другие погибли при авианалетах. Властям до сих пор не удалось спасти ни одну девушку, говорит мать Доркас Якубу. Те, кто спаслись, сбежали сами, и армия, ни правительство не смогли их спасти. В апреле 2014 года боевики Боко Харам похитили из лицея Чибока 276 девочек. 57 смогли бежать, остальные до сих пор находятся в плену. Сообщалось, что боевики насильно выдавали их замуж или продавали в рабство.